В 21 веке женщины могут все. Можно еще раз, пожалуйста? Я просто хочу кушать. Подписывайтесь на мой инстаграм. Сегодня у каждой из вас есть... Бульончик наваристый. Я вообще не повар, а я программист. Так, не трогай больно. Давайте, раз, два, три. Слушайте борщ и смотрите изящный хоккей. ЖХЛ, изящный хоккей, февраль. Впереди самая ответственная часть чемпионата перед плей-офф. Игроки красивой лиги борются за очки и за место под солнцем. Выходной, и мы решили провести его вместе, активно. В 21 веке женщины могут все. Вчера они играли в хоккей, сегодня они королевы кухни. И это мы. Сегодня у каждой из вас есть шанс показать свои навыки и таланты вне льда. Многие полагают, что женщины рождаются с умением варить борщ, печь пироги. А еще говорят, что место женщины на кухне. Счет сравнивается, все-таки реализует лишнего. На все про все у вас есть полтора часа и наш чудесный повар Илья, который будет контролировать все процессы. И мы сегодня забьем гол эту кастрюлю. My name Илья. I'm from Russia. Когда в 90-х не было еды, мне приходилось готовить с 6 лет, делать лепешечки, вода, мука, соль, и пришлось стать поваром, не знаю. Но мне кажется, что кухня все-таки дело женское. Я вообще не повар, я программист. Привет всем, мои дорогие, меня зовут Илья, мы готовим с вами сегодня русскую кухню. Русско-украинскую, может быть, мы приготовим борщик и приготовим ленинградские пышки по рецепту 58 года. А слово борщ из двух частей состоит: бор и щи. Бор – слово красный, а щи – слово щи, капуста. То есть красные щи. Здесь, в Ленинграде, на самом деле, люди очень такие особенные в плане еды и даже названий. Везде подъезды, а здесь парадные. Освоила везде кончики, а здесь пышки. Ой, я просто закрыл. Кончики здесь дырками. Не, это... Везде, это... везде без дырок у нас дырками. И вот, мы приготовим не пончики, а пышки. Начинаем? Да. Бульончик наваристый. Так, все знаем, что борща много не бывает, да? Смотрите, что пойдет. Пойдет капуста. Капуста. Картошечка. Помидорки. Лук с морковкой, свекла,
томат-паста. Циклоган герой. И болгарский перец. И чеснок. И сметана, и хлеб. Представим, что здесь у нас нож приклеен, да? Мы его не отрываем, а здесь рука приделана к какому-нибудь валику, к кольцу. Ага, спасибо. Who is the queen of borscht? So, yeah, it's gonna motivate you, yeah. Надо сюда. Девчат, если будет немного этого, то это мои перчатки в борще. What do you usually cook? What do you even cook? I do cook when I'm home. Mm-hmm. I like to make a lot of vegetables. I'll do like stir fries or make like a baked dish like lasagna. Mm-hmm. And I try to always incorporate some sort of like vegetables and then have like... Okay, work it, work it! Работаем, девушки! Не забываем, что это соревнование. Профессионалы из команды «Динамо» и как режет горные. Это вообще да, что? Да, не трогай, пойдем, пожалуйста, я все равно вместе. Вот это что? Вот это будет очень здорово. Попадаем в плей-офф, но готовим мы все же лучше всех, я считаю. Потому что весь сезон мы потратили именно на готовку, чтобы вот отрастить себе вот такие бока и еле ползать по льду. Вот, именно поэтому мы сейчас здесь и готовим намного лучше, чем горники, которые все еще борются за плей-офф. Я понимаю, что Ким не умеет готовить, но мне кажется, что в хоккей она должна лучше играть точно, чем вот что там происходит. Вообще, готовим отлично. Можно еще раз, пожалуйста? Нет! А что говорить-то? На самом деле очень весело, класс. И мне нравится с девчонками по-английски чуть-чуть болтать. Вот. Но так весело, и шеф-повар классный, очень веселый. Ну, если честно, я просто... Я жду, да, мы кушаем только. Я не хочу готовиться, я просто хочу кушать. И все. Well, I love Russian food, and I'm super excited to be making some borscht, because I think out of everything that I've tried here so far, it's my favorite. So this is really, really cool. I'm good, but I'm long time no haircut, so I just wear the red hat, yeah, maybe the lucky color. Yes, I know, my favorite Russian food. Yeah, I'm so excited, cooking it. Yeah. Good luck. Yeah, I'll try. Кому нужно нарезать чеснок? Тогда я иду к вам. Нет, вы знаете, 6 хозяев на одной кухне, это перебор. Все. Это вообще... Это как клюшки вот так вот делают. Как видите, в ЖХЛ самые талантливые девчонки. Играют в хоккей и говорят на всех языках мира. Мальчик, сразу видно. Это Сашкин, точно. Саш, это твой. Точно да. Твой. Потому что он такой кудрявенький. Так, смотри, перчатки одевай. Эй, а победительница-то кто? Кто королева кухни? Победила команда «Зенит» по футболу. На самом деле, лучший конечно, сегодня был я. Вы победители. Внимание, конкурс! Для того, чтобы стать обладателем вот такой вот заветной карточки, тебе нужно быть не только внимательным, но и смекалистым. Ты должен угадать наше любимое блюдо, и тогда эта карточка будет твоей. Итак, чтобы забрать мою карточку, ты должен посмотреть мое интервью. В нем есть подсказка моего любимого блюда. Вообще, я очень люблю покушать вкусно, и у меня много любимых блюд, но одно, мое самое любимое, его готовила моя бабушка. Я, конечно, его ни разу не готовила, но я когда-нибудь научусь. А мое любимое блюдо надо печь. Сегодня вы показали всем зрителям изящного хоккея и своим поклонникам, что игроки ЖХЛ могут все. Наши девчонки
ЖХЛ. Самые лучшие. Приятного аппетита. Очень благодарю нашим друзьям. Очень вкусно. А я что должна сказать? Суп очень вкусный. Best soup I've ever had. Love borscht. Bon appétit, señoritas. Уже ты. Кушайте борщ и смотрите изящный хоккей. Если у вас дома нет борща, то мы идем к вам.